В настоящее время представители служб наружного освещения констатируют, к работе в усиленном режиме, а именно в осенне-зимний период, готовы. Планово-предупредительный ремонт проведен, аварийный запас материалов создан. Сегодня продолжается замена старых ламп на энергосберегающие светодиоды. Первые шаги в этом направлении сделаны в 2012-м. Как результат, экономия бюджета почти вдвое. Особое внимание проезжей части вблизи пешеходных переходов, а также дошкольных учреждений и детской поликлиники. На этих участках заменили 32 светильника. Между тем, светильников старого образца в Новополоцке остается порядка 4500. В перспективе мы планируем дальнейшее переоборудование старых светильников на новые светодиодные. Причем мы планируем, сейчас идет проработка нормативно-технической документации и будем направлять на сертификацию. То есть мы хотим как бы организовать собственное производство светодиодных светильников. Ну, это, во-первых, удешевит продукцию. Ну, во-вторых, возможно, создаст дополнительно рабочие места. В настоящее время энергосберегающими светодиодами оборудовано порядка 500 светоточек. Кроме того, в городе также работает автоматическая система управления светом, которая в ночные часы снижает напряжение с 220 до 200 вольт. А это также экономит до 15% потребления электроэнергии. Виктория Клементьонок, Артем Табаков, Вектор ТВ.